Погоди, я знаю, что такое черный сыр. А что, можно есть, что не знаете? Говорят, не пейте, пожалуйста, вот это для чего. Да, это жидкий лед. Не, ну это, я думаю, это сухой лед, да. Сухой лед, да. Я думаю, да. Миша, и жидкий сыр. Ну что было написано? А что написано? Поверни мне, пожалуйста, Бачевский, это название. Еще, ты мне ровно наоборот, ты не видишь буквы? Ну, или Россия, ну, не о, знаю, стоп. Так не интересно. Ну, тоже красиво, но... Что написано, что я не понимаю? Бачевский. А, у тебя корица написана, да, или шоколадом? Это все равно называется Бачевский? Да.